В Азербайджане продлен особый карантинный режим. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных осложнений, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 6.00 1 января 2023 года. К сожалению, в Азербайджане продлен карантинный режим до января 2023 года. Это связано с тем, что в ближайшие месяцы мы ожидаем вспышку острых респираторных вирусных инфекций, как сезонных, так и внезапно возникших. Поэтому все меры оправданы, этого стоило ожидать и прогнозировать. Количество зараженных COVID-19 на 26 октября 2022 года в Азербайджане составляет 41 человек. 63 человека вылечились. Количество выявленных случаев смерти от коронавируса – 1 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров. Эксперты рекомендуют своевременно проходить обследование, особенно лицам, страдающим хроническими заболеваниями. В календаре вакцинация от гриппа. Я советую, настоятельно рекомендую всем лицам из группы риска, медицинским работникам, работу людей, связанных с посещением массовых общественных мероприятий, получить дозу вакцины от гриппа. До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено более 800 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас с уверенностью можно сказать, что азербайджанская система здравоохранения выдержала испытание коронавирусом. Тем не менее, эксперты настоятельно рекомендуют не терять бдительности и при необходимости вовремя обращаться за медицинской помощью, а также своевременно проходить вакцинацию. Бенавше Назарова, CBC.